Вот, и в Анапу пришла зима. Сейчас вышел стряхать с хвойных и вечно зеленых растений снег, потому что поразвалило все. Вот только стряхнул с дуба вечно зеленого. Уже опять надо стряхать. В момент насыпает. Магнолию опять засыпает. Боюсь, сломает. Бересклет японский. Только что буквально встряхнул. Хоть не отходи. Сыпет и сыпет. Хурма вся засыпана. С укрытий пальм тоже снимаю снег, потому что понавалило столько. С теплицы уже съезжают не одна лавина, поэтому как бы тоже надо смотреть, как бы не завалило, хотя она у меня усилена, но тем не менее все на елях, пихтах, на соснах, все в снегу. Кипарисы тоже отряхнул, но их тут же засыпает. Мгновение и все, и они опять засыпаны. Все деревья фруктового плана точно так же, все засыпано. Укрытие надо постоянно снимать, потому что они из ПВХ, прорвет пленку и все. Кедр гималайский завалило. Ужас. Просто завалило. Даже не знаю, стоит ли его отряхать. Может быть, так даже лучше, чтобы в одном положении был. Только лавровишню отряхнул. И опять. Ужас. Отходить невозможно. Все засыпает, туи засыпает, все. Хоть тут ночуй теперь. Юка варегатная вся засыпана. Кипарис начинает ветки вот ломать.